Приветствую! С вами снова Дмитрий Слепцов, и мы продолжаем отслеживать ситуацию, которая сейчас у нас нарисовалась на Газпроме. Напомню, что вчера мы с вами нарисовали фигуру технического анализа, которая называется «Перевернутая голова и плечи». На тот момент картина выглядела вот таким вот образом. Вот этого нисходящего движения не было. И, в общем-то, была сформирована фигура перевернутой головы и плечи. Сегодня рынок нам дорисовывает картину. И, в принципе, он вчера начал ее дорисовывать, сегодня продолжает дорисовывать. Мы видим то, что сейчас уже на рынке формируется фигура, которая называется треугольник. Треугольник. Обратите внимание. Перевернутая голова и плечи не пошла наверх, да, то есть того, что мы с вами ожидали увидеть, не произошло сразу. Напомню, что ожидали мы увидеть рост, причем достаточно серьезный. В настоящее время движение, скажем так, замедляется. Треугольник – это всегда как пружина, некие такие сходящиеся движения. То есть максимумы у нас понижаются. Вот этот максимум, да, они понижаются. А минимумы повышаются. Раз, два, три. То есть как пружина рынок сжимается. И в какой-то момент, рано или поздно, он выйдет из этого треугольника. Выйдет. Либо наверх, либо вниз. И, соответственно, мы с вами готовимся заходить в рынок. В принципе, если посмотреть на треугольник, то мы получаем следующие ориентиры для цены входа. Если цена пойдет наверх от этой точки, выйдет за пределы красной линии, то есть закроется вот на этом уровне, это будет означать, что цена выходит за пределы треугольника, то есть пробивает его, и нам необходимо покупать. Здесь будем осуществлять покупку. Какая цель? Какая цель? Чего ожидать? Необходимо, в принципе, продолжить вот эту линию. Вот таким вот образом. Чтобы мы получили полную картину о том, как выглядит треугольник. Да? Далее замерить вот это расстояние и отложить величину вот этого расстояния вот от этой точки, от точки пробоя наверх. Я сейчас это сделаю средствами терминала, чтобы мы видели уже непосредственно в динамике эти линии. Раз, два, это треугольник. Ждем движения наверх. Вот так вот сделаем. Ждем движения наверх вот сюда. Цена выходит за пределы верхней границы. Вот здесь покупаем. А вот это наша цель. И, кстати говоря, если мы вспомним, как мы размечали фигуру перевернутой головы и плечи, то, в общем-то, увидим, что цели у нас те же самые. Цель та же самая. Перевернутая голова и плечи говорила о том, что рынок пойдет наверх, но в тот момент этого не произошло. Плюс сейчас рынок нарисовал нам дополнительное движение, и теперь мы уже увидели треугольник. Если треугольник пробивается наверх, там мы покупаем Газпром. Ну и, естественно, ставим стоп. Ставим стоп на уровне под этим минимум. Под этим минимумом. На этом все. Спасибо.